В городском детском парке на Комсомольской улице появилось сразу несколько липовых аллей. В преддверии Международного дня защиты детей благотворительный фонд «Созвездие Плюс» провел акцию «Посади дерево, помоги ребенку». Было принято решение, что посадка каждой липы будет стоить 3000 рублей, а по желанию благотворителя сумма может быть и больше. Это показательная такая акция, когда просто по призыву практически в соцсетях и по своим знакомым отозвалось очень много людей. Наша цель – дать не деньги и даже не рыбу, а удочку скорее, чтобы дать возможность ребенку вылечиться, человеку, который нуждается в финансовых средствах, дать работу. Собранные средства пойдут на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, помощь детям-сиротам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мы очень плотно сотрудничаем с Солнечным кругом. Там детишки ДЦБ, Дауны. То есть мы для них много различных мероприятий организовываем. Театры, походы, там какие-то развлекательные программы. И помимо всего этого детям необходимо и какое-то обследование. То, что выделяются квоты на операции, это такое есть. Но то, что дооперационное обследование стоит очень больших денег, а у семей просто нет этих денег. Есть лекарства, которые им нужно выделять, да, деньги, то есть готового государства, но они доходят с опозданием, а дети ждать не могут. Предприниматели на участие в благотворительной акции откликнулись очень охотно, отложили все дела и улучили минутку, чтобы посадить деревья. Такое благое дело – сажать деревья, то есть помогать людям, которые у кого-то какие-то проблемы со здоровьем. Я думаю, это каждого честь и достоинство каждого человека, а тем более предприниматели, которые занимаются оборотом с деньгами, они должны какую-то вносить лепту в это дело. Для меня очень важно, потому что это дети с ограниченными возможностями, кто, как не мы, будем им помогать. Хотелось бы, чтобы это приобрело массовость, чтобы не только это раз в год происходило, чтобы каждый по мере своих возможностей обращался, в том числе и в благотворительный фонд «Созвездие Плюс», и в силу своих возможностей помогал. Липы для акции были выращены специально в Родниковском районе, на территории бывшего поместья князей Трубецких. За ними заботливо и, конечно, на добровольной основе несколько лет ухаживали неравнодушные к чужой беде люди. Этой бы акции не состоялась, если бы не помощь, которая нам была оказана Григорием Ильичем Чистобородовым. Года три назад мы с ним разговаривали вот по этому поводу, потому что эта акция, она рождалась вот не сразу. Потому что, вы сами понимаете, надо взять саженцы, надо их посадить, надо, чтобы они прижились. И поэтому мы крайне признательны ему за помощь, которая буквально из семечка, из маленького выросла для нас, вот специально для благотворительных целей, эти деревья. На территории городского детского парка участники акции посадили 80 лип. Вскоре вместо ленточек у деревьев появятся таблички с указанием имен дарителей. Также здесь будет высажено еще 20 кустов сирени. А осенью организаторы акции обещают, что и на аллее меланжистов появятся 150 молодых дубов и лип. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.